30 секунд до конца первого тайма, ну, наверное, хотя не знаю, что там добавлять. Не было ни травм, ни серьезных остановок. Навес штрафную площадь. Удар по воротам. 1-0. Ну, Андре Ромалио забивает очень красивый гол. Отдадим должное после навеса в штрафную. А что мне хотелось бы отметить в этой ситуации, что очевидно, у Джесси Марша и его команды, она очень хорошо обучена с точки зрения игры на стандартных положениях. Вот я сегодня уже видел 5 или 6 разных вариантов подач.